Что тут у нас? Замок взломан. В квартире следов нет. Угу. По показаниям потерпевшей ничего не пропало. Ясно. Хорошо. Здравствуйте. Анохин. Андрей. Хорошо, что сразу позвонили. Рассказывайте. Я уверена, это сделали те мужчины, которые угрожали и требовали какую-то флешку. Почему вы так думаете? Да потому что ничего не пропало. Денег у меня нет, а драгоценности и документы на месте. Ясно. А может, у Антона где-то есть тайник или ячейка в банке, куда он мог спрятать эту флешку? Да не знаю я. А вы не можете сами спросить? Он же у вас. Кате не дают свидания. Простите, а вы кто? Я друг Екатерины. Друг, пожалуйста, не мешайте работать. Может, вы все-таки вспомните, куда Антон мог спрятать эту флешку? Ведь если грабители не нашли то, что им нужно, они могут вернуться. Я не знаю. Мне кажется, вам некоторое время нужно пожить у родственников или знакомых. Но это для вашей же с ребенком безопасности. И если вдруг что-то вспомните, сразу же позвоните мне, хорошо? Да. Что там? Все, да? Да, мы все. Закругляемся. До свидания. Всего хорошего. Давайте собирайте вещи и поехали ко мне. Нет, мы к Насте поедем, я уже договорилась. Хорошо, к Насте, так к Насте. Все равно собирайтесь, я вас отвезу. А зайцы? И зайцы поедут. Я не знаю, когда мы сможем вернуться домой. Можно мы у тебя? Ну, конечно. А что за вопрос? Вы можете жить столько, сколько вам нужно. Но тем более, эта же история не будет длиться вечно. Полиция поймает этих уродов и вернётесь домой. Да нет у меня больше дома. В смысле? Я не внесу плату по ипотеке, и у нас заберут квартиру. Подожди. Ты же говорила, что у тебя есть деньги. Я их отдам адвокату. Ты решила нанять частного адвоката? Нет. Как нет? А... Ого. Так. Это что? Это взятка? Что? Ты вообще нормальная? Ты понимаешь, что это подсудное дело? Тихо, Кать, не Злата спит. Ты представляешь, что с Антоном будет в тюрьме? Это же поломанная жизнь, никакой квартиры не стоит. Да. Опять ты жертвуешь собой ради него. Я не могу по-другому. Антон и Злата — это моя семья. Я сделаю все возможное, чтобы они были счастливы. А ты? А что я? А ты когда будешь счастлива? Не знаю.
Потом. Да некогда мне. Некогда мне, я к Злате пойду. Спокойной ночи. Спокойной. Солнышко, хорошего дня. Пока, мам. Катерина, можно поговорить? Дело в том, что Злата сломала куклу Маргариты с мячком. А, в смысле? Взяла поиграть и сломала? Нет, специально сломала. Ее в этот момент видела одноклассница. А, дайте мне тогда, пожалуйста, номер телефона, я все возмещу. Родители Маргариты денег не хотят, и, слава богу, у скандала тоже. Вы поймите, у них очень нежный возраст. Не дай бог, может начаться вражда, это никому не нужно. Я надеюсь, вы сможете повлиять на дочь, чтобы подобное впредь не повторилось. Да, конечно, я поговорю. Хорошо. Спасибо. Дети, вы готовы? Да! Прекрасно, хорошо. Кто помнит, что у нас было на предыдущем занятии? Настя, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Понимаете, нам стало известно, что огромнейшая компания «Свитмилк», она перешла на новую упаковку. Она перешла на новый неперерабатываемый пластик. Андрей Викторович, давайте вызовем полицию, да раззвоним их чертям собачьим. Андрей Викторович, не надо никакую полицию. Это отразится на нашей репутации. Хотя я все проверил, наши сертификаты отвечают нашим стандартам, так что у нас нет никаких нарушений. И мы пришли высказать свое недовольство, но люди должны знать вообще, с каким адом они могут столкнуться. Как человек, у которого куча денег, может экономить на здоровье людей, на здоровье детей? Это же, ну, вообще нонсенс, ну как? Нет, ну с такими новостями наши объемы продаж упадут. Да. Кать, не могут все сразу стать сознательными. Это постепенный процесс, ты понимаешь? Ну подумай ты о себе, не будь дурой. Иди домой. Ты слышишь меня? Настя. Буш, уйди в аду, гори. Разрываем сделку с мистером Вангом. Что? В каком смысле? Что значит разрываем? А дальше что? Все? Мы закрываемся? Почему закрываемся, Макс? А что мы делаем? Мы никогда даже не рассматривали другие варианты, кроме пластика. Потому что это дорого. Это во-первых. Значит так, пусть маркетологи предложат альтернативу. А бухгалтерия все посчитает. Хорошо. И давайте заканчивайте здесь со спектаклем. Работаем! Макс, какую альтернативу? Ты меня спрашиваешь? Я не маркетолог. Пусть у них теперь голова болит. В ручонках будем молочку носить? Я не знаю. Есть другие варианты. Тебе со смыслом. Есть стекло, есть картон, есть глина, есть... Давай, надо варианты. Давай, набрасывай. Это значит, что тонны пластика отправятся на переполненные свалки города. Это ужасный удар по экологии. С места событий Ольга Мартовская, Максим Варава, спецрепортаж. Было? Мам, ты не забыла, что у меня скоро день рождения? Конечно, не забыла. А ничего, что я пригласила всех одноклассников? В смысле, всех-всех? Всех-всех. Солнышко, а куда ж мы их пригласим? Я думаю, вряд ли мы сможем в ближайшее время вернуться домой. Слушай, может, кафе? Нет, кафе не подходит. Почему? Я обещала показать девочкам зайцев. Ничего, в следующий раз покажешь. Я не могу, они считают меня врунишкой. И что я придумала про всех этих зайцев?
Они смеялись и говорили, что я врушка. Особенно Марго. Так. Поэтому ты сломала ее куклу? Я не ломала. Златик, ты можешь сказать мне честно, я не буду ругать. Просто она обзывала и говорила, что я врушка. И я... Малыш, ты представляешь, как это тяжело потерять любимую куклу? Нет. Мам, прости меня. Я больше так не буду. Солнышко, ты всегда мне можешь все рассказывать. Мы обязательно со всем справимся, да? Что это у тебя тут такое? Где? Все, 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 да. Все. Все, 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 все. Вот мы подобрали пару подходящих компаний, которые занимаются экологичной упаковкой. Но есть существенный минус. Нам придется выбрать сразу нескольких поставщиков, потому что ни один из них не сможет справиться с таким объемом. Ну да, но зато мы сэкономим на доставке. Все равно существуют риски. Где гарантия того, что все поставщики сдадут нам свою продукцию вовремя? Макс, скажи, что там с аналитикой? Фокус-группа показала, что рейтинг доверия покупателей к Sweetmilk после перехода на зеленую упаковку существенно повысился. Понял. По нашим данным, объем продаж только увеличится. Продолжаем работать в этом направлении. Насколько увеличится объем продаж? Здравствуйте. А Златы нет. Как нет? Я же ее утром приводила к двери. Но ее нет с первого урока. Я, честно говоря, подумала из-за истории с куклой, вы ее дома оставили. А... Опять сбежала? Видимо, да. Я могу чем-то помочь? Нет, спасибо. Если что, звоните, хорошо? Спасибо. Алло, Андрей, привет. Прости, что я тебя беспокою. Скажи, пожалуйста, случайно Злата не у тебя? Нет. Опять сбежала? Да нет, ее в школе целый день не было. Я думала, может, она опять к тебе пошла. Чем я могу помочь? Пока не знаю. Господи, да купи ты уже часы с GPS. Подожди, ну не кипишуй. Ну, может, она у Андрея. Так. Может, она домой пошла. Ну, к вам, в смысле. Ну, конечно, конечно, я наберу. И ты набери обязательно, пожалуйста, когда она придет. Никаких переговоров с похитителями.
Да-да-да, хорошо. А вы можете мне, пожалуйста, помочь? Мне очень нужно свидание с Антоном. Этот вопрос вам нужно решать только через адвоката. Да-да, хорошо, я поняла, да. Спасибо. До свидания. Андрей Викторович? Я уехал, отменись. Но, Андрей Викторович, у нас же встречи. Мне нужно свидание с Антоном. Да мою дочь похитили, вы не понимаете? Только Антон знает, где эта чертова флешка. Я вам говорил уже, я вам сочувствую. Я подам прошение о свидании, но повлиять не могу. Такие решения принимает следователь, который ведет дело. Да я только что с ним разговаривала, вы издеваетесь надо мной. Послушайте. Антон вам не поможет, поверьте. Ищите флешку сами, не тратьте время. Черт. Где ж ты ее спрятала? Златика похитили. Как похитили? Кто? Кать. Это очень странно, что следователь не дает тебе видеться с Антоном. Не знаю, он мне показался нормальным. Адвокат, конечно, мерзкий. Они могут быть в сговоре. Такая схема развода. Один вымогает деньги, а другой не дает видеться. Ну, с Антоном. Подключу адвоката. Алло, Костя? Да, случилось. Ребенка похитили. Нужна твоя помощь и связи в прокуратуре. Сделал пару звонков. С трудом, но договорился о вашем свидании. Когда можно? Прямо сейчас. Отлично. Катюш, я должен вас предупредить. Если следователь ведет двойную игру, то он начнет нам мешать. Поэтому на свидание будьте осторожны. Я поняла. Стойте. Проходите. Без контакта. Катя. Кать, пожалуйста. Антон, это Костя, твой адвокат. Ему можно доверять. Давайте ближе к делу. У нас очень мало времени. Катя. Следователь продажный. А, там все. Сама программа. Алгоритм работы автоматов. Схемы
подпольных лотерей. В общем, вся сеть. Но что самое главное, адреса всех подпольных казино города. Слушай, отличная работа. Молодец. Он уничтожил флешку с компроматом. Так. А, вот. Тебе все приснилось. Ты меня понял? Я же сказал. У меня есть резервная флешка. Если со мной что-то случится... Что-то случится. Может, с твоей сестрой или маленькой племяшкой. Если копия не будет у меня. Ясно? Они просто-напросто сливают меня, понимаете? Но у меня есть копия. Антон, они похитили Злату. Им нужна флешка. Где она? Антон. Ты слышишь? Где она? Антон, ты не слышишь? Где флешка? Флешка в Зайце. Не шептаться. В Зайце, который вас Злата всегда таскает с собой. Где? Кать, прости меня, пожалуйста. Ты же маленькая, как ты была. Кать, я прошу. Зачем ты это сделал? Катя. Катя, никто не должен узнать об этом предмете. Нужно заручиться поддержкой посерьезнее. Привет, Костя. Здравствуйте, Сергей Петрович. Вы простите, что от отпуска отрываем. Все в порядке, давай. Это Андрей, Катя вам рассказывала. Это генерал Волков Сергей Петрович. Здравствуйте. Не волнуйтесь, Катенька. Вытащим мы вашу девочку. Пойдемте, надо обсудить детальный план. План у Анохина, скорее всего, такой. Бандиты получают флешку, проверяют информацию на ней, уничтожают ее. Потом Анохин берет бандитов и выходит из этой ситуации сухим. Герой. Но у нас нет настоящей флешки, она у Златы. Но они-то об этом не знают. Пока суд да дело, пока будут разбираться, тут-то мы их не возьмем. Может, сказать им, что флешка все это время была у Златы в игрушке? Слишком рискованно. Они ребенка не отпустят. Они будут прикрываться им до последнего. Получается, Злата все равно в опасности. Мои люди будут полностью контролировать ход операции. А крысы Анохиным я займусь лично. Значит так, Катерина, ступайте на место встречи. Мои люди за вами присмотрят. Громко включить.
Кать, вы едете? Флешку нашли? Да, да, флешка у меня. Отлично. Черт, некогда ее проверять. Ладно, идите навстречу. Главное, передайте флешку. А потом мы их возьмем. А я точно не могу пойти с ней? Вас вообще здесь быть не должно. Конечно, нет. Я сама. Катя. Если вы по-настоящему хотите помочь Катерине, не высовывайтесь до конца операции. Это приказ. Продолжаем наблюдение. Принято. Товарищ генерал, а что вы здесь делаете? Да ты не обращай на меня внимания. Работай спокойно. Я ж тут не помешаю. Да нет. А какой план? Дождемся передачи заложника и проведем задержание. Тихо! Объект номер один выходит с машины. Где флешка? Я хочу видеть Злату. Подождите, а Злата? Проверю флешку, получишь Злату. Ай, блин. Анохина, а от чего вы ждете? Вы же рискуете заложником. Ну что там? Блин, тут нет ничего. Валим. Стой! Подождите! Злата! Злата! Анохин! Захват! Пошли, пошли! За руль. Молодец. Вперед.
Руки на руль. Вы обвиняетесь в превышении служебных полномочий и связях с организованной преступностью. Вашей карьере конец. Ждите служебного расследования и суда. Ты мне еще права зачитай. Рот закрыл. Ненавижу таких, как ты, крыс. У меня внучка такого же возраста, как эта девочка. Костя постарается для тебя выбить условный срок. Он надеется, что суд учтет сотрудничество и что ты сам сдался полиции. Ну и что разоблачил нелегальную игровую сеть. Спасибо. Да, но все не так просто. Ты же украл ноутбук. Да? Да. Виноват. Готов понести справедливое наказание. Надеюсь, что когда-нибудь, Катька, ты сможешь меня простить? Перестань. Нет, ну правда. Я ведь все время вас подвожу. Обещал исправиться, помогать. А на деле втянул вас вот во всю эту историю. Люблю тебя. Да ладно. Ну вот снова. Обещал Златке на день рождения эту куклу. Что я за дядя? Согласна, так себе. Ладно, я передам ей поздравления от тебя. Спасибо. Главное, что все живы. А это натуральная бутылка. Она не содержит синтетических добавок, красителей и клея. А из чего же она сделана? Это высушенная тыква. Очень смешно, Макс.
Я серьезно. Правда, она себя хорошо показала в хранении сухих продуктов. По жидким еще проводим тест. Результаты будут в конце недели. Да? Так, ну это все, конечно, не может не радовать. Осталось только понять, как нам это продать. Ну, с этим проблем не будет. Ритейл-площадки уже очень ждут наш продукт и готовы отдать нам золотые полки. Хорошо. Так, Макс, договорись о встрече с технологами, а я поехал. Как там Катя и Злата? Слушай, ну, пока что приходит в себя после случившегося, но уже получше. Наконец-то уговорил их переехать ко мне. Здорово. Рад за вас. Спасибо. Макс, я поехал, еще кучу всего надо успеть. Да. Если что, звони на телефон. Хорошо. Проходите. Какой у вас дом? А где именинница? А вон они, зайцев мучают. Подарочек можно положить на стол. Вы проходите, угощайтесь. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. А это они? Да. Это Бакс, это Лапочка, а это Прык-Прык. Златик, улыбочку. Вот так. А теперь все вместе. Зайчики! Зайчики! Класс! А ну-ка. Привет. Привет. Фотографируешь? Да. А покажешь фотки? Да, конечно. Вот, смотри. Слушай, класс. Спасибо. Очень класс. А ты профессиональный фотограф? Да нет, просто так, увлечение. А меня сфоткаешь? Да, конечно. Давай. Давай. Нормально? Хорошо. Ну, давай. День добрый. Здравствуйте. Посылочка для Златы Островской. А я ее мама. Давайте заберу. Возьмите, пожалуйста. Вот тут распишитесь. Конечно. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Кто-то еще пришел? Да. Кто? Ну покажи, мама, пожалуйста, ну покажи, ну пожалуйста. Покажи, ну покажи. Кайдела! А кто? Прочти сама. Любимый племяхи. Это Антон! Он про меня не забыл! Конечно, не забыл. Девчонки! Кэндила! Злата, Злата, а где мама? Там. Кэндила! Кэндила! Божечки, ты испугала Лапочку. У меня для тебя тоже есть подарок. Для меня? Из банка они меня и тут нашли. Да нет, ты прочти. Поздравляем, ваш кредит погашен. Тебе не нужно было этого делать.
Полный привет. Вау, какая классная! Почти как у меня была, красивая. Ура, ура! Ой, здорово, красиво! Открывай, открывай же! Ура! Класс, она супер! Класс! Покажешь? Вау! Мам, это же моя кукла, да? Конечно. Я могу с ней делать все, что захочу? Да, можешь. Марго! Извини, это я сломала твою куклу. Возьми мою. Бери. Мне Злата Катюню подарила. Солнышко, я горжусь тобой. Определенно. Тогда дуй. Проходим. Спасибо тебе большое, она такая счастливая. А ты? И я.